Здорово, чуваки! Сейчас мы посмотрим такое видео, называется Flex Air 5. Это красиво, так начал по-английски, а потом сказал 5. 5. Я 5 сказал тоже по-английски. 5. Не просто 5. С придыханием. Нет, 5. Акцент такой. А нам посоветовали, говорят, смешно, мы такие, ну давай посмотрим, раз смешно. Погнали. Ну, дисклеймер такой долгий, почитали. Данила Борисовский. Риколит. Фанат. Фанат. Хакси Дарси, Веля. Диджей Рэббит, Виктор Паншет. Это топ донаторов, он так оформил красиво, прикинь. О, красиво. Магиот в After Effects, магиот, конечно, чувак. Что? Что за гномик? Понятно, что за гномик, спасибо. Путлеры. Май гарбал. Это путлер. Она прям в шоке. Какой радостная. Ой, какой хороший, какой красивый человек у вас там стоит. Типа, тебе что-то не нравится, и сразу такой, не-не-не, все нравится, очень, очень красиво, очень красиво. Какой у вас красивый там человек. Потрясающе. О, это смотри, это типа, милицейский пазик, типа. Такой, типа, автозаковский такой. Да, с решетками на окнах, все горит. О, это же карта из GTA San Andreas вроде. Дом там, где... Господи, это вот этот, как его, из Соника, чувак. Это упоротый, который. Да. Наклс или как-то его там. Что? Да что, пса грустного, вы так плохо по жизни. Этот стример, который бешеный. Что? Что курил автор при сознании? Отбивается собак. Знаешь, что это похоже? Вот похоже, как это, короче, насмотрелся какой-то дичью перед сном. Потом заснул, и тебе такие вот сны дикие снятся. Вот просто один в один. Да, видишь, она просто в офиге. Вот это мое состояние по ходу этого ролика просто, реально. О, а это кто? Они влюбились, да? Нет. А что? Танки? С тянками. Танки с тянками. Слышите, крысы разбежались там. Ой, хорошо. Да, класс. Лайк от белорусов. Здоровье. А ты видел, что было? Да по-белорусски, сканование. Здоровье. Тривалось, удар, симпатичный. Имя Рикардо. Рикардо, прозвище Милос, взрост. Так по-белорусски написал. Сканование, слушай, прикольно вообще. Хорошо. Вертолетики смешные. Район номер... Опа, найден преступник. Нет, сканируем. Гном. Гном, выявлено ДНК. Понятно? Сканом. Хорош. КГБ СССР. Отдел по борьбе с американскими диверсантами. Подожди, крепкий орешек показывает удостоверение быстро, чтобы люди успели прочитать этот мелкий текст, так как он не имеет никакого смысла. Класс. Мне кажется, автор ролика из Беларуси. Да, если он из Беларуси, я думаю, что он из Беларуси. Блин, мне кажется, что из Беларуси, потому что такой тоненький подстёк. Беларусы прям очень зайдет, они прям поймут это все, то, что вот, я уверен. Ну, либо те люди, которые следят. Многие русские это не поняли. Ну, кто-то абсолютно не следит за политикой. Нет, знаешь, что единственная корректировка была не крепкий орешек, а крепкий орешек. Вот так крепкий вот. Крепкий орешек и да. Сочные усы. Блядь, это хорош. Что? Что? Так, тихо. Что сейчас будет? Какой-то махач явно. Что еще начинается? Опа, опа, опа. А ты заметил, какая ванна? Чем? Она белая. Белая, потом там в середине красная полоска, и потом она белая. Может, это тоже отсылка? Посмотри. Посмотрим. Он трясёт. Он моет его. Вот, видел? Ну да, да, да. А, ты похожа на это, да. Я вся поплюсь, бля. Похожа на это. Типа Рикардо фашиста Мила Исович поймал. А этот какой-то трясёт шампунь Джужу Майсенба. Просто это шампунь, а не что-то другое там теребонит. Ой, класс. Хорош. Жумайся, ну банально. Ну так она есть. Бля.
Просто дикий ор вообще со всего этого ролика. Вот, понял. Ты понял, как был рот Серена с Лукашенко? Залила мочи. Лукашенко, уходи, уходи. Что же, может, Байсон Баус поможет от всего? Байсон Баус глаза и все. Вот так. Так, сейчас все разберемся. Рука Шрека. Поздравляю, что было написано. А что? Кривая табуреточка. А, этот купается. Подожди, в коронавирусе купается. Господи, я не могу, у меня живот болит. Ой, ор, просто... Остановите! В конце, знаешь, мне кажется, должно... Я сейчас, подожди, концовка ролика, они, короче, все это красиво улетают в Ростов. Мне кажется, так все закончится. Бля. Терминатор. Давай, давай. А ну-ка. Опа. Ой, мимо. Сбили. Януковича. Все, они подъедут в Ростов. Януковича сбили. Контакта. Ой. ГАИ. Опа, опа. Гномом. Что, Путин? Гномом Путина бьет. Слушай, а сейчас они не заплачут, скажут, что это этот экстремистский ролик против власти, там Тянка бьет Путина гномом, знаешь, типа такого. То есть чувака, его арестовали за то, что он в ФСБ здание в Майнкрафте подорвал. Знаешь, тут может быть все что угодно, мне кажется. Просто боевик. Не, надо, конечно. Ты видел, он ударил, он рассыпался на бульбу. Столько много After Effects. Ух, да вообще жесть. Не уйдешь. Столько работы. Не уйдешь. Ноги, ноги. Пусти меня, пути. Пути, не пути. Прям вот. Просто комбо. Рикардо Грибов. Слишком локальная шутка. Опа. Прям на нас прыгнул. Прям пятерочку. Чего ты прыгаешь тогда с Рикардо Грибов? Так, что у нас там? Картошка, потейто поджаренная, американские доллары. Доллар, грязные бумажки. Довольный Рикардо лежит. Или недовольный. А чё? Полушрек, полукиборг. О! А это типа в конце отсылка на киберпанк. Типа помнишь трейлер там, где Киану Ривз такой встает и тоже говорит, типа... Это что же самая отсылка на это? Кибершрек. Кибершрек. Флексер 5. О! Слушай, я в такое поиграла, если бы это была игра. Не, хорошо, хорошо. Я, слушай, тут не просто хорошо, тут столько дичи вообще было. То есть я такая думала сначала, думаю, какая-то дичь происходит. Мне знаешь, что понравилось? То, что мы все поняли. Все отсылочки? Да. Обычно, знаешь, что сидишь такой, типа... Что-то я вот здесь юмора не понял. А потому что он был, он был политический достаточно он юмор. Был политический, и да. И упоротый при этом. И причем сделан грамотно. Да. Тут видно, что у автора есть чувство юмора очень хорошо. А, и еще тут очень много мелких отсылочек реально. Если рассматривать, тут прям буквально каждый кадрик рассматривать очень-очень много всяких нюансов, которые прям сразу так и не заметишь. Поэтому такой ролик надо даже несколько раз пересматривать на самом деле. Потому что бывают такие мелочи, может быть, какие-то, мне кажется, вещи какие-то, знаешь, я уже сама придумывала, как про ванну. Но там явно была полоска, она была специально задумана, получается, правильно? Да-да-да. И я думаю, что автор. Я думаю, что автор, походу, из Беларуси, либо очень, походу, хорошо жарит за политику. Жарит картошку хорошо. Да, тын-тын-тын, жарим картошку, потому что, блин, нам просто, как людям, которые живут в Беларуси, и за всей этой ситуацией прям очень так конкретно наблюдают, нам очень понравилось, потому что это был не просто смешной и упоротый ролик, а, ну, конечно, нельзя не сказать, естественно, о работе огромной. Он был в точечку. Да, ну тут, господи, ты видел, сколько тут работы в After Effects? Тут просто все After Effects на After Effects, просто тут тонна его. Он даже в титрах донатеров, понимаешь, сделал After Effects, чтобы все по красоте. Конечно, тут работа капитальная, я не представляю, как у него компьютер не сгорел от рендера. Ой, блин, жесть, короче, очень понравилось. Большое спасибо за рекомендацию. Посмотрим, значит, и предыдущее, естественно. Да, блин. Без проблем. Это что-то с чем-то. Особенно эта серия, мне кажется, была самая бойная. Спасибо отдельное подписчику из Дискорда, который посоветовал это все. Кстати, да, у нас же есть Дискорд, если да, что. Мы там общаемся, все-таки сидим очень дружно, все вместе. Если что, ссылка в описании. Да, так что приходите. Можешь приходить, да. Мы будем с тобой тоже общаться. Вот так вот. Пока. Неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.